биофильного вида отдыха. Сейчас мы покажем, как данное чудо собирается и собирается в автомобиль. Достаточно легко и просто. Весит он 30 кг. Но, в принципе, такому парню, как мне, сильному, можно спокойно упаковать. То есть влез он легко. Даже в принципе влезет в багаж седана, не говоря о кроссовере, о джипах, грузовиках и тому подобное. То же самое можно его достать перед тем, как эксплуатировать. Также он легко достается. Проверяете ручку, чтобы все было крепко. Ну и дальше вперед. Спасибо за внимание.